Исмилля. Фирма Манасик и Фундук и отель Ламар в Мекке представляют вашему вниманию вот такие вот комнаты. Сегодня, иншаллах, приезжают наши паломники из Медины, и мы взяли им 6 комнат, 4-местные. 4-местные номера. Комната широкая, альхамдуля. Это в первом здании. Так, здесь что у нас? Ага, горы. Машалла. Телевизор, холодильник, сейф, кондиционер. Маркази называется. Маркази. Общее вентилирование. Здесь шкафы. Да, все. Полочки. Все имеется. Так, туалет. Вот здесь холодильник. Чайничек. Ага. Прекрасно. Так, холодильничек есть. Потом сам туалет. Туалет смотрим. Ага. Это тоже есть. Это есть. Душевая кабинка. Пожалуйста, душевая. Вот, все есть. Все в порядке. Осталось только что мыло и шампунь. Ага, мыло и шампунь. А куда они дели мыло и шампунь? Вот это вот сейчас мы проверим и спросим. Так, в такой комнате нету мыла и шампуня. Поэтому мы специально заранее приходим. Перед тем, как приедут наши паломники, специально все проходим, все смотрим. Если есть какие-то недостатки, недочеты, мы стараемся их исправить. Так, это уже здесь 9 этаж. Так, все понятно. Хорошо. Так, переходим в другую комнату. Это у нас была комната 902. Теперь смотрим 901. Комнату 901. Так, где у нас ключик? Угу. Угу. Коридор какой-то широкий, большой, длинный, вернее. Не широкий, а длинный. Так, ключ вставляем, чтобы свет загорелся везде. Так, это у нас обогреватель. Здесь написано water. То есть водонагреватель. Так, здесь есть, есть. Телевизор заработал сразу. Так, комната, спальня. Ага. Тумбочка. Интересно, интересно. В действительности, эта комната, здесь секрет этих комнат какой? То есть, бывает, если ты хочешь, чтобы эта комната была 4-местной, то делают ее 4-местной. Если ты хочешь, чтобы ее сделали 3-местной, они берут вот такие, здесь две кровати есть, поменьше, они их берут просто складывают.